Всем привет, зрители и подписчики канала. Сегодня хочу с вами поговорить о моем, пожалуй, самом любимом можжевельнике в саду, которым я растет. Это можжевельник горизонтальный Глаука. Дай бог, чтобы я правильно назвал его название, потому что этот можжевельник я брал без названия. Это полностью выращенный с черенков. Вот, дерево было у знакомых, то есть, да, растет маточное. И поэтому название, естественно, я его не знаю. Ну, кто там будет заниматься этим названием. Вот. Ну, порывшись в интернете, я нашел подобный можжевельник. Вроде он так называется. Ну, если я немножко не прав, то точное название я еще перепроверю. Я напишу, как он правильно называется, в описании. Значит, что из себя представляет этот вид можжевельника? Это довольно-таки быстро растущий можжевельник, стелящийся. Он быстро растет, у него интересные такие вот побеги, то есть смотрите, вот у него очень много веток, они все длинные, то есть если вот видно, у него все вот такие вот побеги, то есть, да, вот видите, они длинные, он в ширину не сильно вот разрастается, да, вот, вот смотрите, вот все ветки, которые посмотреть, вот у него, вот, абсолютно все, то есть видите, они очень-очень длинные, поэтому этот можжевельник занимает довольно-таки много места за небольшой, так скажем, промежуток времени. Его можно перенаправлять, то есть, когда он будет расти, то есть, да, берете веточки и спокойно там перекладываете в нужное вам направление. То есть, вот видите, какие у него все побеги вот такие очень-очень длинные. Вот. Если посмотреть, то вот где корень, вот это вот центральное место, вот, а это все остальное побеги. Значит, смотрите, характерной особенностью этого растения, во-первых, у него голубая хвоя. Вот, хвоя очень-очень мягкая, то есть я с этим растением вообще никаких ни перчаток, ничего не одеваю. Очень мягко, очень приятно на ощупь. Мне очень оно нравится. Это самое мое любимое хвойное растение, которое у меня есть в саду. Вот. Значит, по поводу его также декоративности. Занимает, ну, его можно сказать как одиночная, как группа. Вот тут у меня рядом сосна растет. Вот сзади можжевельник вертикальный. То есть он без проблем занимает мне пустые места. Вот, и очень-очень радует глаз. Не подгорает на солнце. Не подгорает на солнце весной, то есть когда сходит снег. Очень морозоустойчивый. То есть у меня много таких кустов есть, но ни один из них даже вот эту дурацкую зиму, то есть не пострадал. Вообще не пострадал, то есть, ну, ничего с ним абсолютно не случилось, с этим можжевельником. Вот. Также его можно формировать, то есть его можно пускать вертикально. Когда оно маленькое растение, ну, я вам сейчас покажу. Вот у меня тут есть штамп. Вот я его хочу сделать таким, как плакучим. Вот. Ну, это уже в конце видео будет. Значит, прекрасно зимует, прекрасно переносит засуху. Даже если его там забыли полить, то, в принципе, ничего с ним не происходит. Он не сбрасывает там как-то хвою, не меняет цвет хвои. То есть растет абсолютно нормально и адекватно. Вот. Что еще хотелось бы заметить? Поливаю я его, давайте по поливу уже договорю. Поливаю я его, ну, где-то раз в две недели, то есть обильно, прям вот так вот весь куст, по всему кусту разбрызгиваю. Вот. Также он укореняется, то есть когда растет ветка у него, да, если она касается земли, вот, то у нее снизу, вот, бывает, вылазят корни. Но не часто они вылазят и не на всех побегах. Вот. Размножается он черенкованием довольно-таки неплохо. Вот, конечно, чуть-чуть меньше процент схожести, чем у обычных там каких-то можжевельников вертикальных, да. Вот. Но в принципе тоже очень хороший процент схожести. Вот. Минусов я даже не могу сказать, какие минусы есть у этого растения. Для меня, то есть, у него только одни плюсы. Не требовательны к какому-то особенному уходу, не требовательны к знаниям каким-то по уходу за хвойными растениями, то есть не подвергается каким-то грибковым заболеваниям. Во всяком случае, у меня, ну, никогда ничего с ним не происходило. Вот, ну, это естественно отмирание хвои, там бывает такое, которое там в тени гуще находится. Вот. Поэтому рекомендую однозначно всем это растение, оно очень-очень красивое. Вот. И заполняет очень хорошо пустые места. Если у вас много пустых каких-то мест, вам нужно заполнить, и вы не хотите, чтобы у вас высокие деревья росли, то вот это вот номер один, который я вам могу рекомендовать.
Вот. Есть много стелящихся. Есть такой же еще, только у него такие золотистые хвоя, такая как салатовая. Но мы с ним познакомимся попозже. Я его только посадил в этом году, поэтому я еще сам не знаю, вот, как он будет себя проявлять. Ну, сейчас говорим об этом. Вот. Также это единственный у меня можжевельник в саду, который дает вот такие вот семена интересные. Вот они, ягодки. Не знаю, будет ли вам видно, не будет. И такие ягоды, они в конце сезона становятся такими синими. Вот. И очень-очень тоже красиво и декоративно смотрятся. Это не ягоды, это просто семена, то есть это несъедобный какой-то там можжевельник. Вот. Внутри вот этих вот, ну так скажем, шишечек его, вот это шишечки, вот они, видите? Вот такие вот шишечки. Сейчас, если камера уловит, вот. Вот так вот они выглядят. В конце года они становятся синими. Вот. Семенами этим пробовал, ну не пробовал их размножать, потому что он, в принципе, черенкуется нормально. У меня их в большом количестве они есть, поэтому... Поэтому вот так вот. Сейчас я перенастрою камеру, покажу вам, что я еще делаю с этим можжевельником. Так, вот мы перенастроились. Значит, вот так вот сейчас я вот, видите, вот это у меня идет штамп. Вот я решил, забил туда арматуру, вот, и решил поднять один из побегов. Вот такие вот они, это не центральный побег, это обычный какой-то боковой был прирост. Вот такой вот высоты они могут достигать. То есть вот это я уже формирую, наверное, третий сезон, выгнал на такую высоту, общипал все веточки и оставил уже, то есть на нужной мне высоте, вот такие вот. Вот сколько тут получается у меня, 1, 2, 3, 4, 5, ну то есть розеточку, да, мотовку. Вот, и получается теперь отсюда у меня будет все это идти каскадом вниз. То есть буду формировать, чтобы попущнее было, и хочу до самого низа сделать такой, как каскад. То есть, конечно, плакучую форму очень буду из него делать. То есть он позволяет абсолютно собой это делать. Зимой вот эти вот побеги тоже прекрасно зимуют, хоть они и не покрытые снегом, ничем, то есть они не вымерзают, с ними не обмораживаются, на солнце не горят, то есть все прекрасно себя чувствует абсолютно. Вот такие вот все вот эти вот приросты. Я обламываю с этого ствола, потому что мне нужен голый, красивый, чистый ствол. Вот. Если вот так вот делать, именно когда вы посадили маленькое растение, его формировать, то у вас вообще будет обалденное, шикарнейшее растение. Вот. Ну, мне жалко просто сейчас все ветки поднимать вверх. Можно сделать такое очень массивное растение, вот, с несколькими стволами, чтобы плакало вниз. То есть обалденно вообще будет смотреться. В общем, ребят, можжевельник обалденнейший. Правильное название читаем в описании под видео. В общем, рекомендую всем посадить у себя в саду. Это стелящийся можжевельник номер один, который я всем рекомендую. То есть очень-очень красивый. Вот, с декоративными семенами голубого цвета. Потом они такие, сначала они зеленые, потом голубые. Вот. Шикарно вообще. Ухода практически никого не надо. То есть, если ветки сильно разрастаются, просто подрезаете кончики, чтобы они не залазили на нужные, на соседние растения, то есть и все. И оно у вас начинает там как-то куститься в ширину. Вот. Ну, вырастает, я не знаю, ну где-то, наверное, такие побеги. Ну, вот видите, вот это где-то 1,50 м у меня высотой. То есть и то я уже перестал его формировать. Вот. В год дает где-то, ну, сантиметров 10 прироста. Вот. В принципе, жор, никаких вредителей на нем не замечал, ничего. Пожалуй, из одних минусов всех, ну, это всех горизонтальных можжевельников, стелящихся. Вот, можно назвать только одно, это на них любят пауки сидеть. То есть приходится бегать с веником и сметать паутину, чтобы хоть как-то растения выглядели нормально. То есть без исключения абсолютно на всех стелящихся растут, живут пауки. Вот, ну именно не путать с паутинным клещом, а именно обычные пауки, которые там расфигачат много паутины. В общем, вот, ребят, если видео было полезно, подписывайтесь, пальцы вверх, будем делать еще обзоры всех растений, которые растут у меня в саду, буду делиться опытом ихнего разведения, то есть, как они себя зарекомендовали в условиях центральной Украины, то есть, и вообще, насколько они прихотливы в хозяйстве. Всем удачи, всем пока!